я не понял, каким образом у нас еще есть мегаящики? Сёма, подожди, сейчас я все объясню. Ага, это как-то нечестно, мы всех их уже удалили. Просто прямо сейчас это видео мы записываем немного в прошлом сезоне, когда эти мегабоксы еще были в магазине. И что ты сейчас собираешься делать? Я думаю, что эти мегаящики мы, конечно же, откроем и выбьем целую кучу всего, после того, как вы поставите лайки. Ага, ведь нам только что выпал лайкосик, прямо с первого ящика. И это, конечно же, капец как круто. Мне даже напоминают тех зрителей, которые ставят лайки просто на первых секундах, когда только заходит видео. Кубик, а ты думаешь, такие люди вообще существуют? Мне кажется, что нет. Сёма, ты, во всей видимости, вообще нифига не знаешь наших подписчиков. Такие, конечно же, существуют. Ага, если ты прямо сейчас еще и на канал подпишешься, тогда нам сразу же выпадет легендарка. Эх, всего лишь эпик. Но начало все равно неплохое. Первый бравлер сразу же из второго ящика. А если бы первый бравлер был из первого ящика? Не, Сёма, мне кажется, что такое вообще невозможно. Кубик, но на этом аккаунте у нас же еще есть гемазики. Ты все правильно понимаешь. И нам прямо сейчас хватит еще на одну акцию. Еще на парочку мегабоксов. А если выпадет еще 100 гемов, тогда хватит еще на 2 акции. Но с этим нам, скорее всего, не повезет. Потому что у нас 8 предметов. Чего? На первом аккаунте и сразу целых 8? Да, правда, гемазик всего лишь один. Но ничего страшного. Интересно, сколько здесь будет светиться? Сейчас посмотрим. Так, у нас светится 4 предмета. Надеюсь, то, что 3 и 2 тоже, конечно же, будут точно так же светиться. Угу, размечтался. Давай просто возьмем и это, конечно же, проверим. Первый у нас оказался всего лишь скин, но троечка уже моргает. И следующего бравлера открою я. Это точно будет легендарный. Всего лишь скин. Самый дешевый скин в игре. А вы там про легендарку говорите. Ну да, походу мы немного ошиблись. Но все равно было 8 предметов. Это капец как круто. А если еще посчитать первые монетки, то было целых 9. А вот здесь всего лишь 5. В смысле? Так если монетки посчитать, тогда получается 6. Сёма, вот это сейчас было вообще нифига не смешно. Ты можешь просто помолчать. Потому что у нас сейчас очень важный момент. В смысле? Какой? Сейчас идеальное время подписаться на канал, чтобы мы точно смогли выбить крутого бравлера. О, вот вам и легендарка. Я же говорил. Офигеть. На первом аккаунте сразу Лего? Как такое вообще возможно? Нет, это точно какая-то подкрутка. Сёма, я не понял, ты что, не веришь, что нам сейчас бравлер выпал? Ну да. Давай докажи, что он настоящий. Офигеть. Как можно не верить в то, что у нас реально появился легендарный боец? Смотри, во-первых, он есть в этом списке. Ага, а вот этого уже при фотошопе не получится. А во-вторых, мы прямо сейчас просто возьмем и зайдем в наших бравлеров. Ого, здесь еще и монетки есть. Стоп, погоди, а Честер был у нас первый легендарный боец? Вроде да, а что? Походу завтра еще ожидается второй легендарный вольт. Ну подожди, если мы, конечно же, все правильно поняли. Да, Кубик, Честер самый первый легендарный. И вот он действительно есть на нашем аккаунте. Я даже могу просто взять и его сразу прокачать. Ну ладно, все-таки доказали. Да как это вообще возможно? Я думаю, что это прям очень хороший знак. А, я походу понял. Просто нам так повезло, потому что зрители подписались. Но я думаю, что подписались еще далеко не все. Поэтому прямо сейчас это нужно исправить. Так, стоп, мне показалось? Или вы сейчас зашли на мой аккаунт? Ой, я не знаю, я этого как-то не заметил. Перемотайте видос на пару секунд назад, пересмотрите, какой там был ник. Да, я видел, что аккаунт был мой. Поэтому мегабокс, конечно же, открывать тоже буду я. Блин, а чё всего лишь 4? Сёма, из 4 предметов все равно может что-то светиться. Ну, походу, не в твоем случае. Угу, это я уже заметил. Но все равно положили значок. Ага, и целых 5 гемасов. А этого нам точно хватит на еще одну акцию. А если выпадут еще гемасики, то может быть и на 2. Сёма, ну на 2 акции нам хватит только в том случае, если выпадет целых 100 гемов. Ну да, я понимаю. А ты чё думаешь, они выпасть не могут? Не знаю, я в этом вообще не уверен. На них капец какие маленькие шансы. Окей, сейчас просто это проверим. 5 предметов, открываем. И походу снова, а нет, что-то светится и был целый 1 гемас. Это не важно, потому что я сейчас тоже возьму и выбью Лего. А, всего лишь скин. Ну ладно, почти. Сёма, какой почти? Здесь до легендарки еще капец как далеко. А я думаю, что близко. Причем настолько, что ее положат прямо в этот мегабокс. Да, только здесь снова 4 предмета и есть такое предчувствие. Ладно, окей. Даже договорить не успел, а предмет уже...
который светится. Ха-ха, ну чё, схавал, да? Думал, что мне не повезет, а я тебе докажу обратное. Выбью еще один скин. Ладно, все-таки не повезло. Сема, ну ты подожди, у тебя же еще гемаски не выпали. Ага, и в этот мегабокс их вообще забыли положить. Да уж, с везением на твоем аккаунте как-то не очень. Тогда открой бесплатный мегабокс, может быть, из него повезет. Ха-ха, точно не повезет. Это же Сэмэн, самый невезучий человек на свете. Надо было попробовать хотя бы один видосик с мегаящиками записать без него. Ой, реально, здесь вообще три предмета. Кобик, а кто тебе разрешал открывать этот подарок? Да я думал, ты не против. Зато ты получил 1000 блингов, можешь купить себе какой-нибудь скин. Угу, спасибо, обойдусь. Тогда открой бесплатный приз 100, может быть, из него повезет. Не, Борис, мне кажется, что здесь он даже переключаться не будет. Вот, редкий приз как был, так и остался. И выпадут сейчас монетки. Ну, с этим-то понятно, на призы старые я вообще не рассчитывал. А теперь тогда зайдем еще на один очень интересный аккаунт, на который мы уже, походу, давненько не заходили. Здесь есть награды 27 сезона, а че их так много? Ого, целая куча призов стар, давай их просто заспидраем и откроем их сразу за одну секунду. Борис, делаю ставки, что абсолютно все призы будут редкие. А ничего, а нет, хотя бы один эпический, вот это везение, целых 200 монет. И второй эпический, как такое вообще возможно? Ха-ха, походу это Белль просто над тобой смеется. А вот мне как-то вообще нифига не смешно, будут здесь легендарные призы или нет? Я думаю, что нет. А мне кажется, что по-любому будет легендарный боец. Так, смотри, здесь пока что есть всего лишь одна легендарка, 5 мификов и целая куча эпиков. Тогда эпиков нам точно не надо. Мифики и легендарки в студию. Борис, ты что, с ума зашел? Это так не работает. Они вам сейчас точно не выпадут. Не-не-не, Сёма, кажется, я просто знаю секретную тактику, по которой мы 100% сможем получить бравлера. У нас же получилось это на первом аккаунте. И что же там была за тактика? Нужно просто зрителям сказать, чтобы они подписались. И в ту секунду, когда они подписываются, нам прям капец как везет. Тогда предлагаю просто купить парочку платных акций. Гемасики у нас, конечно, присутствуют. И чё, ты решил их все просто потратить? Ну да. А нафига они мне еще нужны на этом аккаунте? Ведь я на нем играю только в мега-копилку. Опа-на, двоечка светится. Ладно, хоть это не двоечка в дневнике, а то было бы обидно. Ага, тогда бы просто пришлось сбегать из дома, как в той самой игре. Я думаю, ты понял, про какую я говорю. А я выбил еще и скинчик. Кубик, а про какую ты игру только что сказал? Ну ты что, не понимаешь? Игра на телефоне, в которую мы играли на моем втором канале, Кубик играет. Ага, это было весело. Но кажется, мы немного отвлеклись. Нам нужно выбивать еще один скин. Было бы, конечно, лучше, чтобы это был бравлер. А я все равно не понял, про какую вы там игру говорите. Короче, потом просто в комменты зайдешь и сам все увидишь. А мы пока что получили еще 12 гемасиков кэшбэка. Ага, потратили 80, а получили всего лишь 12. Ну, Борис, вообще-то у нас еще было парочку скинов в этой акции. Да, и целых 200 блингов. На скин, конечно, не хватит, но все равно. Они нам тоже обязательно пригодятся, а мы откроем еще одну акцию. Не, Кубик, я тебе реально говорю, ты сейчас абсолютно зря тратишь гемазики. Смотри, у нас уже есть 6 предметов, поэтому это 100% хороший знак. Что-нибудь выбить, я даже медлить не буду, просто открою новенький пещерный Фрэнк. Ого, а как ты понял, что это пещерный, а не доисторический? Не знаю, это просто мне помогла моя интуиция. Кубик, а твоя интуиция тебе не подсказывает то, что тебе в следующем мегаящике вообще ничего не выпадет? Не-не, она мне говорит абсолютно обратное. Смотри, 5 предметов, но все равно есть шансы, чтобы что-то светилось. Вот, блин, был всего лишь один гемасик, это как-то грустно. Ну чё, Кубик, схавал? Никаких шансов нету. Ну да, здесь я походу реально обломался. Я просто имел в виду про следующий мегаящик. Вот, мы же можем его купить. Кубик, а может лучше не надо тратить гемасики? Этот аккаунт какой-то не очень везучий. Ты чё, офигел? Это аккаунт, ну, президент, на котором я получил самый первый титул вообще на всех своих аккаунтах. В смысле? А у тебя чё, тогда даже на основе еще титула никакого не было? Вот именно. Я специально создал этот аккаунт, чтобы здесь получить самый первый титул президент Brawl Stars'а на Эдгара. Думаю, то, что все олды моего канала, конечно же, это помнят. Ага, тогда играть было капец как тяжело. Но это было уже в прошлом, а в будущем нас ожидают легендарки. Ну, если что, не про это будущее. Угу, я так и понял, потому что это был всего лишь скин на Шелли. Зато вместе с лайком. Лайки же это хорошо. Ну, это просто значок, а вот лайки от подписчиков еще намного лучше. Но только реально от подписчиков, от людей, которые подписаны на канал. Поэтому прямо сейчас подпишись, чтобы твой лайк стал вообще самым ценным.
ним. Вот это Борис, между прочим, сейчас только что сказал абсолютно правильные вещи. Но мы пока что продолжаем открывать мегабоксы. Еще 2 гемаса кэшбэка. У меня есть такое предчувствие, что Бравл Старс тебя обманывает. Не-не-не, выпадают еще значки с лайками. Это, конечно, все перебивает. А вот сейчас 5 предметов. И давай же, пожалуйста, Бравл Старс, что-нибудь светится. Ага, вот, двоечка светится. Бравл Старс нас услышал. Осталось только еще услышать то, что я хочу получить легендарного бравлера. Пусть это будет какой-нибудь Леон. Ну же! Нет, оказался всего лишь скин на рикошета. Но, кстати, скин реально капец какой топовый. Ага, действительно. Блинговый монарх Рика выглядит очень круто. И я помню, как в одном из прошлых видосиков мы говорили, что это лучший скин за блинги. Хотя там был один небольшой нюанс. Этот скин все-таки не за блинги. В смысле, он блинговый, но за блинги его купить нельзя. Ну да, Сема, ты что, этого даже не помнишь? А в каком это видосике было, напомни, пожалуйста. Да уж, записывали его не так давно, а он уже абсолютно все забыл. Я просто максимально в шоке с этого Сэмена. Сейчас мы открываем бесплатный подарок. Ну, здесь как бы ожидаемо. Ожидаемо нам не повезло. Дали всего лишь 7 гемов. Вы что, гоните? На халяву 7 гемазов? Это вообще имба. Еще и плюс скин на халяву. Опа-на, а что, на этом аккаунте мы разве открыли целых 10 мегабоксов? Ха-ха, походу, да. И получили еще целую кучу значков. Парни, теперь предлагаю зайти на мой аккаунт. Опа-на, здесь нас еще ждал один подарок, который даже стал сверхредким. Как такое вообще возможно? А ты что, думал, что такого не бывает? Да не, я, конечно же, понимал, что такое может быть. Но просто хотелось бы какой-нибудь легендарный подарок. Я бы вообще от него не отказался. Так, смотри, 6 предметов. Давай, кубик, нам сейчас точно повезет. Троечка уже светится. И мне прям капец как интересно, что же это будет такое. Может быть, все-таки какая-нибудь легендарка? Нет. Кажется, мои ожидания были слишком большими. Но все равно скин Викинг был капец какой имбовый. Хотелось бы, конечно, какого-нибудь бравлера, хотя бы мифического. А то у нас сегодня мифика еще ни одного не было. Кубик, я тебя держу в курсе. У тебя еще и эпика ни одного сегодня еще не было. Но мы это, конечно же, обязательно исправим. Мегабоксы продолжаются открываться. В этот раз целых 2 штуки, потому что мы купили акцию. Только 3 предмета как-то вообще не очень. Ага, потратили свои кровные гемазики на вот эти мегабоксы, а здесь 3 и 4 предмета. Зато кэшбэк целых 2 гема. И вообще за целую акцию ни одного светящегося предмета. У меня вообще есть такое предчувствие, что это какой-то самый невезучий аккаунт. Кубик, подожди, еще же мегабоксы не закончились, есть еще один бесплатный. Да какая нафиг разница, из него все равно ничего не выпадет. 4 предмета, стоп, хотя что-то светится. Да какая разница, это все равно будет скин. Окей, давай просто возьмем и это проверим. Вообще-то оказался мифик. Юху! Мифического получили, легендарного получили. Это если что, Борис имеет в виду про сегодняшнее видео. То есть ты намекаешь на то, что остался эпик? Ну да, это для полного комплекта. Но в идеале, конечно, просто взять и выбить еще хотя бы парочку легендарок. Нифига себе ты захотел. Кубик, ты давай там уже успокойся. Давайте лучше на моем аккаунте посмотрим, что там такого интересного. Опа-на, походу здесь у нас как раз таки и появится тот самый эпик. Если Кубик, с чего ты взял? Ты что, можешь смотреть в будущее? Нет, могу только находиться в прошлом, когда открываю эти мегабоксы, потому что прямо сейчас у подписчиков их действительно, скорее всего, нету. Кубик, а ты откуда знаешь? Может быть, после спроса сезона разработчики снова добавили мегаящики? Я бы прям очень сильно этого хотел, чтобы мегабоксы снова появились в игре. Но, к сожалению, мы знаем то, что я открываю мегаящики на последних часах их существования в Бравле. А вообще-то я где-то видел, что их действительно скоро могут обратно добавить. А где ты это видел? Да не знаю, кто-то говорил. Может, подписчики знают, напишите в комментах. Ага, потому что у меня есть такое предчувствие, что Сэмэн просто меня в очередной раз обманывает. Не-не, Кубик, я тебя когда-нибудь обманывал? Вообще-то да, было такое, но сейчас не об этом, потому что у нас 7 предметов, целых 2000 удвоителей. Да нафига они нужны? Мне надо что-нибудь светящееся. А что, ничего не будет? Ага. Бравл Старс вместо этого решил положить парочку иконок. Вот это вообще самое отстойное, что может быть. Эх, а когда я увидел 7 предметов, думал, что что-нибудь будет светиться. Ну нет, Бравл Старс подумал как-то по-другому. Зато смотри, сейчас пятерочка, и все равно светящиеся у нас, конечно же, могут появиться. Вот как это работает? Мне кажется, это вообще какая-то магия вне Хогвартса. Магия будет, если у нас выпадет легендарка. А это всего лишь эпик. Кстати, я же говорил то, что это в аккаунте появится эпик. Кубик, ты...
Ты как это сделал? Да он вообще-то имел в виду про другого эпического бравлера. Ага, а у нас вместо него просто выпал гром. Но все равно есть еще какой-то светящийся, и возможно он будет даже еще лучше. Но нет, в Бравл Старсе это как-то по-другому теперь работает. В смысле, а что, когда-то работало не так? Ну да, раньше если мы видели несколько светящихся предметов, то сначала у нас был какой-то отстойный, а потом намного лучше. Ну или хотя бы одинаковый, а сейчас вообще все изменили. Вот именно, и от этого становится как-то немного грустно. Потому что после эпика я бы хотел увидеть какую-нибудь легендарку. Мне кажется, что такого никогда не будет. Опа-на, 4 предмета. И все равно что-то светится. Я говорю, с этим Бравл Старсом просто что-то не так. Походу он просто сошел с ума. Ну ладно, мы все равно откроем и выбьем еще одного эпика. Парни, я когда про эпика говорил, я даже не Мэнди имел в виду. Да в смысле, а кого? У нас же мегабоксы закончились. Какие еще нафиг эпики? Сейчас, подожди, сейчас все узнаешь. Мне только нужно это, в главное меню выйти. Это мой аккаунт. Что ты вообще с ним задумал? Да вот же я говорил, то что мы можем бесплатно выбрать какого-нибудь бравлера, Грифа или Эдгара. А я даже об этом не знал. Тогда я выбираю Грифа. Сёма! Подожди, может быть ты подумаешь? Потому что все подписчики бы хотели, чтобы ты забрал Эдгара! А, да, реально? Напишите в комментах, какой из этих бравлеров лучше? А я лучше выберу Грифа. Мне кажется, он вообще имба! Сёма... У меня просто даже слов нет! Я, конечно, понимаю, ты еще одного бравлера сейчас получил! Какого? А... Фрэнк, у тебя уже был на аккаунте? Тогда получается без бравлеров. Ты просто его немного прокачал. Кубик, вообще-то Фрэнка у него не было. И это действительно плюс бравлер. Ого, еще и сразу же на 7 уровне силы. А что сейчас только что вообще было, я не понял. Сёма, просто за один раз, когда ты зашел на этот аккаунт, ты сразу же сходу получил 4 эпика. А, да? А я даже этого не понял. У подписчиков спроси, они тебе все в комментах напишут. Потому что у меня есть такое предчувствие, что один ты вообще уже не справляешься. Так, мы сейчас еще получаем, конечно же, Престар. Ну, из него, как обычно, выпадет какая-то фигня. А потом еще будет Мортис. Ого, еще один халявный бравлер. Да, Сёма, и в конце будет еще и Бас. В смысле, а раньше же вроде бы был легендарный Вольт. Угу, только это уже давным-давно изменили. А, да, я походу об этом тоже не знал. Тогда теперь снова очередь моего аккаунта. Здесь же хотя бы есть мегаящики. Борис, я тебя, конечно, расстраивать не хочу, но походу на этот аккаунт мы заходили в прошлых видосиках. А, да? Вот, блин. Ха-ха, тогда еще раз зайдем на мой аккаунт. Вот здесь-то мне сейчас точно повезет. Ага, здесь у тебя тоже есть целая куча наград. Ты где их вообще взял? И еще второй вопрос. Почему ты их все еще не забрал? Не знаю, походу про этот аккаунт я немного забыл. Но не переживай, сейчас я исправлюсь. Максимально быстро открою все подарки. Опа-на, там только что даже были блинги. Это, конечно, хорошо. Может, какой-нибудь скин купим? Какой нафиг скин? Мне нужны только бравлеры. Но судя по этому плачущему кольту, у тебя сегодня ничего на этом аккаунте не будет, потому что в прошлом слишком было много подарков. Ага, целых 4 эпика, это вообще какое-то читерство. А здесь у нас еще накопилась целая куча гемазиков. Ого, Сёма, только не говори мне, что... Да-да-да, я буду открывать платные мегабоксы. Ой, ну это будет надолго. Да не, Кубик, что надолго-то? Сейчас я быстренько их открою, выбью 10 предметов. Чего? Какие нафиг 10? А, офигеть! Я такого не видел ни разу в жизни! Да ладно, Борис, не переживай! Там все равно, наверное, будут какие-нибудь аватарки! Я прям очень сильно в это надеюсь! В смысле, Кубик, я не понял, ты что, против меня, что ли? Просто ты все время против меня голосуешь! 7 светящихся предметов, как такое вообще возможно? Ну все, Кубик, походу, настало мое время! Легендарка Пат начинается прямо сейчас! Ну, первый был всего лишь скин. Не переживай, это только начало. Теперь светится шестерка. Угу, и я уже боюсь представить, что там будет. Ха-ха, будет что-нибудь еще намного лучше. Так, дальше оказалось Шелли. Сёма, а дальше ничего не светится. В смысле? Подожди, сейчас же будет светиться, да? Так, значок на Шелли. Кубик. А как это объяснить? Сёма, это можно объяснить полным везением. Я тебе просто похлопаю. Ха-ха, мне кажется, что Сёму просто заскамили. Ага, это было очень смешно. 10 предметов, и ты просто посмотри, что он получил. Кубик,
Но все равно, ты вообще никогда в жизни 10 предметов не увидишь. А вот это, кстати, возможно, правда. Потому что мегаящики у нас реально заканчиваются, и я даже не представляю, когда их обратно добавят в игру. Кубик, ты понимаешь, что Смайда это только первая акция? Ага, но он же, наверное, не будет покупать следующие. С чего ты это взял? Это пока что мой самый везучий аккаунт, поэтому я потрачу абсолютно все гемы. А, даже так? Ну ладно, давай трать. С удовольствием. Смотри, сейчас по-любому еще что-то светиться будет. Двоечка есть, открываем. Ну, всего лишь скин. Ну, кстати, тот самый блинковый монарх Рика. Ага, это прям самый крутой скин, который может выпасть. Окей, со второй акции тебе, можно сказать, тоже повезло. Выпал настоящий скинчик на рикошета. Подожди, это еще не все. Опять светится два предмета. Только в этот раз скин на кольта. Ну, смотри, Сёма, на прошлом твоем аккаунте тебе очень сильно везло с эпиками, а теперь везет со скинами уже целых 4 штуки. Ого, реально, получается 4 скина на одном аккаунте. И это у тебя прям жесткое совпадение. Но еще это значит, что больше тебе ничего не выпадет. Не-не, подожди. Смотри, в прошлый раз было 4 эпика, сейчас 4 скина. И на что ты намекаешь? То, что сейчас сразу же будет 4 мифика и 4 легендарки, чекай. Ну, наверное, в следующем ящике. Да-да-да, Сёма, очень сильно в это надеюсь. А мне кажется, что больше ничего не будет. Опять 3 предмета. Сёма, походу всю свою удачу ты профукал в самом первом мегабоксе. Когда у тебя было 10 предметов, больше тебе вообще ничего не выпадает. Угу. Это я уже заметил. Но ты все равно продолжай тратить свои гемасики. Вдруг тебе повезет, выбьешь что-нибудь еще крутое. Да-да, я знаю. Мегабоксы уже открываю. Почему опять 3 предмета? Я ж тебе говорю, сейчас ты мегабоксы тратишь абсолютно зря. Ага, лучше бы гемасики сэкономил и в следующий раз их потратил. Не-не-не, подожди, мне сейчас еще повезет, я уверен. Вот еще гемасики. Сёма, на следующую акцию у тебя все равно уже не хватит. Ну и чё? Все равно же есть еще бесплатные парочку мегабоксов. Вот блин, о них-то я вообще совсем забыл. А я, конечно же, помню. И сейчас выбью снова 4 предмета. А чё, реально светиться больше ничего не будет? Ну, сори, конечно, но по всей видимости, да. И вот про твоих вот этих вот 4 мификов, это точно было вранье. Не-не-не, подожди. Я не успокоюсь, пока не выбью хотя бы еще один скин. Кстати, а вот скин ты прямо сейчас получишь. Но только, скорее всего, не из мегаящика. В смысле, откуда? Где его еще можно получить? Ну смотри, ты сейчас просто выйдешь из этого мегаящика и получишь скин на рикошета с гемасиками. Я же говорил. Кубик. А ты откуда вообще все это знаешь? Я не понял, ты что, в будущее подглядываешь? Нет, Сёма, просто я в уме посчитал то, что ты открыл целых 10 мегаящиков. Ага, это было очевидно. Но походу не для Сэмэна. Его разум к таким расчетам еще не готов. Чего ты сказал? Ты что сейчас меня как-то обозвал, да? Не-не-не, говорю, погнали на другой аккаунт. Ну и предлагаю, конечно же, зайти снова на аккаунт Авокадо. Так, Борис, давай перед этим проверим, сколько у тебя здесь бравлеров. Всего лишь 8? Ага, как-то маловато. Не переживай, это мы, конечно же, прямо сейчас исправим. Как ты собираешься это исправлять? Здесь даже гемасиков нету. Кстати, да, вот это, походу, будет немножечко тяжеловато, но все равно гемасики мы сейчас просто выбьем. 100 штук там же выпадет. Обе, пока что есть всего лишь 3. Ну, это все равно неплохо. Не переживай, Борис, сейчас еще 100 гемов по-любому будет в следующем бесплатном мегабоксе. Я вас, конечно, огорчать не хочу, но их не будет. Сёма, вообще-то сегодня 100 гемов мы еще ни разу не выбивали, поэтому сейчас реально есть шансы их, конечно же, получить. Тем более, если зрители поставят лайки. Кубик, здесь вообще всего лишь 3 предмета и 1 гем. Подожди, зато есть один светящийся предмет. Ты же его видишь? Ого, реально, я даже сразу его не заметил. Тогда сейчас просто успокаиваемся, сидим на месте. Я знаю, что нам можно сейчас сделать. Кубик, что ты задумал? Мы сейчас просто берем, вместе со зрителями ставим лайк на это видео, подписываемся на канал, и тогда нам выпадет легендарка. Кубик, я тебя расстраивать не хочу, но это не работает. Тогда нужно еще кое-что сделать. Нажать на следующее видео, которое здесь уже появилось. И походу из-за того, что ты все еще не нажал, нам выпал всего лишь эпик. Вот блин, давай хотя бы видосик посмотрим.